have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и я даже не знаю, за кого мы продолжаем играть этот гомункул, я не знаю. Вон, кстати, там части и наших рук, ног тоже оторвались, потому что, видите, я шевелюсь, и они тоже шевелятся вместе со мной, но нам как-то пофиг на это. Надеюсь, у нас количество конечностей не закончится. Офигеть, и чё? А, да? Не, погоди, брось. Я думаю, что нам нужна эта штука вон туда, наверх, да? Да, это было логично, кстати. А, мне бревно надо туда дотащить, я понял. До свидания, песики. Вообще не до вас. Оп, перевалились. По-моему, потеряв еще очередное количество конечностей. Так, что мы тут делаем? Нам нужно дать ему время. Иди. Открой нам. Нормально это, кстати. Кстати, сейчас эти секретки можно уже, наверное, и не искать, потому что в прошлой серии мы с вами уже пришли к выводу, что... Мы что-то себе еще отбили, погоди. Ящик. А это случайно не... Это было логично, кстати. Ну, сейчас посмотрим. Вон, наверх... А, вон, наверху мне надо... Мне надо этот ящик туда закинуть. Ну что, мне показалось очень логичным его закинуть туда в синюю штуку. Уж не знаю, что бы он там сделал, сожглось бы. Офигеть, управлять таким организмищем. Ага. Давайте еще раз. Да, закоротили. Отлично. Может, возьмем этот ящик с собой на всякий случай, черт его.
Ну, в принципе, да. Ну, вот за счет того, что у нас куча вот этих вот нервных окончаний, всякого такого. Я там себе лицо прожариваю, что ли? Что происходит? Так, хорошо, давайте думать. Давайте думать. Все-таки может быть что-то связано с тем соплом. Кинь ящик, погоди. Ящик-то деревянный, это же явно топливо. Может быть, мы можем открыть эту фигню? Да! И кинуть туда топливо, потому что это деревянный ящик. Мы же сами туда не полезем. Нас же убьет. Нормально так мы можем. Так. Они стоят, просто наблюдают за мной. Мне нужно донести горящий ящик. Вы издеваетесь, чтобы я его перебросил и поймал. Игра, ты чё? Дважды. Нормально, получилось. Теперь его нужно будет закинуть туда, в сопло это. Вообще другой геймплей пошел. Стой, нет! Хорошо, что он не разбивается. Тут ничего не угрожает, ладно. Это было видно, что я могу прихватить с собой. Туда? Залезь. Зачем у вас остались голосовые связки? Ну, допустим. О, а получится? Ну-ка. Ну, дотянись ты. Так, погодите. Тут должно быть что-то еще. Хотя, может, и нет. Да, тут больше ничего нету. Как такого прыжка у меня тут тоже нету, если что. А, его надо схватить. Да? Да?
Причем мне даже заботливо внизу нарисовали место, где нужно поставить эти тележки. А теперь их можно подвинуть туда дальше, чтобы я пролез в этот пролом. Нормально, нормально. Я просто... Не-не-не, стой, толкай. Он их просто приподнимает. Офигеть. Теперь я в полном недоумении, чем это все закончится. Знаете что, подождите. Оп. Гляньте, как мы близко уже к концу игры. Тут осталось буквально 3-4 локации. Возможно, кстати, вот это может уже и будет последняя серия. Я не уверен, но... Мне нужно ее запустить. Офигеть, как это получилось! Я... Погоди. А это я себе закрыл, получается, сейчас? Нет! Давай еще раз. Мне надо было на время это пройти. Да, я понял. Я думал, что оно типа просто открывается и все нормально. Ага, фиг тут просто что будет. Но меня заманили этой штукой. Они в принципе контролируют процесс и пытаются понять, насколько я разумно. И чё дальше? Глаза начинают потихонечку привыкать, да, но... Оп. Чё, не пролезем? А так? Всё равно не пролазим. Я просто не особо вижу, что я там ломаю. Ну, вроде нормально, не? Ну-ка. А выше? Это тоже разламывается. Ну, я 3 уже вытащил. Погоди. Тика. А, может быть, с другой стороны тоже? Да. Что, я этим создам течение? Может, резервуар просто напополам разломится. Приятно, что некоторые... Иногда ты просто нажимаешь на действие, и оно примагничивается. Так, там вроде не надо.
Мы потихонечку обшивку снимаем с этой штуки. А, мне нужно было именно найти выход, я понял. То есть то, что я там разбирал потихоньку, это было все, в принципе, пофиг. Понял, логично, хорошо. Просто в темноте очень трудно что-то делать. Дело в другом, что... Ну, раз уж мы поняли, что вроде как... Хотя, с другой стороны, нифига мы не поняли. Живой, ну, как бы, живой это организм, или что здесь происходит вообще? Был ли мальчик, грубо говоря? У меня есть, на самом деле, несколько теорий, но давайте уже дождемся конца игры, прежде чем что-то высказывать. Деревянные, вроде деревянные. Ага. Ага. Бам. Бам. Я не знаю, насколько у этой штуки есть нервные окончания и сколько их, но если они есть, то это все должно было быть чертовски больно. Знаете, вот этот последний акт, он очень сильно напоминал, уж не поймите меня неправильно, но поход посиделки на Белом Троне. То есть, как, ну, просто выслушайте меня, как будто у человека был запор, вот эта штука пыталась как-то выйти. Кстати, а возможно это был не вирус, возможно это был какой-то кусочек еды. Ну, наш пацан изначально был каким-то кусочком еды. Он вот это все проходил, попал в желудок. В желудке он объединил его, ну, типа, попытались переварить. Потом он попал в кишку. Опять же, напоминаю, что мы практически все это время шли вниз. А, это конец игры, если что. Двигаться я уже не могу. Я просто до этого не нажимал, пытаясь сформулировать мысль, но... И опять же, название Inside очень вписывается тогда в данную теорию. Внутри организма, грубо говоря, какого-то. И вот сейчас... ну, вот то, что мы сейчас видим, вот эта белая штука, это фекалия. То есть, грубо говоря, кусочек еды прошел некие системы там, пищеварения, содействуя, не содействуя, там, тот, все, то. В общем, есть две теории. Есть та теория, которая, где мальчик это вирус, а есть та теория, где мальчик это кусок еды. И вот эта вот последняя часть, она очень сильно подходит именно к тому моменту, что мальчик это кусок еды, потом он объединяется в кишечнике с остальными, так скажем, кусками еды. Вот. И потом мы выходим вот таким вот путем, мечась по пищеварению, нас направляют. Короче, не знаю, ребят, пишите, что вы думаете на эту тему. Мои две теории, что, во-первых, пацан был вирусом, на который реагировала иммунная система, или же то, что пацан был куском еды. Кстати, возможно, возможно, пацан-то был в красном. Может, это был какой-то острый кусок еды? Ну, просто чисто, опять же, как теория. Из-за того, что он был острый, он доставлял неудобство и раздражение всем внутренним органам, из-за этого на него так реагировали. Вот. Ну и опять же, я же говорю, под той, под другой подходит название Inside внутри, внутри организма. Вот. И, в общем-то, такие мои две теории. Или это была еда, или это был вирус. Пишите, что вы думаете. Я еще не знаю, что это на самом деле. Я никуда не ходил, не смотрел. Сейчас, наверное, я закончу запись. Я пойду почитаю какие-нибудь теории, какое-то что-то где-то. Все, шевелиться я полностью не могу на этом. Я же говорю. Грузится куда? А, просто начало игры? Начало игры. Ну, вот такая получилась игрушка. Такое получилось прохождение.
мои мысли, ну, в смысле, мое мнение об игре абсолютно не поменялось. Я считаю, что это шедевр, потому что левел-дизайн и атмосфера, и все, что происходит, подобрано настолько, что оно ни на секунду не оставляет тебя равнодушным. А это то, что требуется от игры, чтобы ты проявлял эмоции и какие-то там страх, удовольствие, то-то, но она с этим справляется, это просто карусель, аттракцион такой, эмоции, ты такой вверх-вниз, вверх-вниз, я такой, а, да, а, нет, вот такое происходит постоянно. Мне очень понравилось. Спасибо всем, кто советовал эту игру, благодарен, ребятушки. Также я вам очень сильно рекомендую поиграть самим. Теперь, мне стало очень интересно, что будет, если собрать все секретки. Вот. Ну и, в общем-то, если кто-то знает насчет секреток, наверное, не пишите в комментах. Я хочу как-то, наверное, сам об этом выяснить. Свои теории по тому, что в этой игре происходит, можете запросто писать в комментах, я буду это ждать. Ну и тогда получается, что встретимся уже в других игрушках, в других проектах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.